Россия подводит итоги председательства нашей страны в БРИКС. Накануне оно перешло к Индии. Почти за год Москве удалось сделать многое. Приняты более 30 ключевых документов. Проведены свыше 100 мероприятий. Центральная встреча лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, которая состоялась летом в Уфе. На саммите было объявлено о создании финансовых институтов БРИКС, полуусловных валютных резервов и банка развития. Мы достаточно успешно поработали во время нашего председательства, заложили многие вещи на будущее, которые будут реализовываться дальше. Ну и один из таких, на мой взгляд, очень серьезных моментов, мы сформировали пул проектов, которые предложили Банку развития БРИКС. И российская сторона была первой, кто свои проекты предложил.